Всем привет, меня зовут Виталий, и вы на моем канале. Сегодня я бы хотел показать вам, как идет Just Cause, что-то типа того, третья часть. Она здесь на Steam Deck показывает, что в нее можно играть. Да? Что нужна типа клавиатура. Вызывать клавиатуру экранную для текста, но нам это не страшно. Так, начнем. Первый запуск. Первый запуск всегда небольшой, немного дольше, чем второй. Ну, это и логично. Она начинает всякую там подкачку, закачку каких-то компонентов. Но не всегда это делает. Ну, вот иногда делает всегда. Так, начинаем. Что же мы здесь видим? Видим мы следующее. Пока черный экран. Игра запустилась. Это лицензионные игры, которые я купил в Стиме. Посмотрим на графику и посмотрим на FPS. FPS у меня 40 ограничено. В принципе, идет еще плавно. Так, ну это пока заставка. И у нас ничего пока не происходит. Я ничего не могу нажать. Так. Ну, подождем. Давайте уберем эту. Вход в систему. Вот что. В самой игре, значит, какой-то есть вход в систему. Интересно. Только не предлагайте мне, пожалуйста, новую регистрацию, там что-то там войти, выйти. Мне что-то особо это не интересно. Так, хорошо. Кто знает, чей флаг? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Наверное, какой-то из восточных стран. Так, что он нам просит? Ага. Мы это пропустим. Начало. Так, мы пропустим этот песенки, потому что нас YouTube заругает. Мы пропустим. Ну что за бред? Ты веришь этому парню, Рико? Будем в зоне высадки через 4 минуты. Я пришел к тебе с приветом, Рико. Рассказать, что солнце встало. Пора повеселиться. Шелдон, ну и где всякие хорошие штуки? А, почем я знаю? Может, ничего хорошего и нету? Это для повстанцев? Или для Диравелла? Что именно, то или это? Мне бывает сложно уследить. Вижу, с Панау ничего не изменилось. Но тут уже ничего не поделаешь. Видишь ли, Диравелло сидит на целой куче Бавария. И получается, что он самый лучший друг агентства. Это был мой дом, Шелдон. Тогда с возвращением домой. И не забудь 45-й калибр. Так что, ты встречаешься со своим другом, да? Да,
нас, Марио. Я 100 лет его знаю. Славно, славно. До зоны высадки 2 километра. Должно получиться. А теперь... Что? Что ты задумал, сынок? Кое-что хитрое. Поехали! Так, ну игра у нас началась, да, так понимаю, сейчас мы будем активно делать высадку. Ой, я уже нажал огонь по готовности. Куда стрелять? Прям это Рэмбо. Так. У него там бесконечные эти ракетницы. Прикольно. Так, ну все, мы падаем. Так, понеслась, маленько подлагиваю. Парашют. Так, все отлично. Управление, кстати, я не менял, смотрите, управление уже. Си, это я. Марио. Вот это прикольная тема у него. Где ты, амиго? Так, как взять? Взяли. Чё, где ты? Здесь милиция! Какая ещё милиция? Да, спорю, что милиция не ожидала встретить Рико Родригеса. Чтоб их! Всё? Родригес. Рико! Давно не виделись! Сколько же прошло лет? Но ты очень вовремя. Милиция Диравелло меня бы прикончила. Неплохо, Марио. Ты кое-чему научился, пока меня не было. Да, и ты не потерял сноровку, а? Но ты по-прежнему лезешь на рожон. А надо сидеть в укрытии! Настоящее безумие! Я видел, как летит твой самолет! Няу! А потом ты такой зуба! Зуба! Просто невероятно! Да я... 80% уже, да? Я рад, что ты вернулся. Давайте пропустим эту болтовню и пойдем дальше. Будем смотреть. Смотрите на FPS, да? Так, как сесть? Игрик. Марио, Марио, ответь, где ты? Нас зажали! Мы идем. Поднажми, Рико. Мы идем. Так ты теперь мятежник. А, ты же знаешь, как бывает. Одно за другое, потом бац! Марио Фрико взял дробовик и сражается с Диравелло. Ой. Блокпост. Не останавливайся, Рико.
Одного забомбили. Его милиция заняла все города, превратив полицейские участки в крепости. Мне пришлось начать борьбу. Ты увидишь, Рико. Медичи сильно изменился. Ой, у меня машина развалилась. Ой-ой-ой, провал. Марио погиб. Ладно. В принципе, игрушка-то отличная, да? Кто в нее играл? Я, кстати, не играл ни в какую часть. Четвертую я начал играть. Я познакомился с ней с четвертой части. Четвертая часть тоже, кстати говоря, идет. Отлично. Может быть, в следующих сериях мы посмотрим. Посмотрим на это. Ну тут, я так понимаю, здесь все разваливается. Все разрушается, и в том числе машина. Из-за наедет на кочку, развалится, блин, точно. Так что попробуем сейчас еще раз и будем заканчивать. Так, одного сбили. Ой. Главное, чтобы Рику не погиб, надо доехать до точки. Всего-то 500 метров. Так. Тут этот серпантин вообще туннельный. За нами две звезды уже. Все, мы уже почти на месте. Так. Вот бы на этот танк сесть. Жаль, что он не на ходу. Че, мы приехали или что? Спорю, пушка еще работает. Ой-о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 й. Мы зачем-то зашли. Заехал я, точнее. Бензоколонка она подорвалась. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем. У меня вышло солнце. И все засветило. Ладно, всем пока.